Нижнем Новгороде играет, то, что я думаю, ЦСКА все-таки выиграет. Мощнее команда и все бывает, но я просто по игре видно, ЦСКА настроена. Таким с оптимизмом играют. И, конечно, после двух первых побед, все-таки третий-то на дяди коровки-то сопротивлялись. Но там видно, ЦСКА они как бы вышли уже такие, что они уже выиграют эту игру. Ну, не получилось. Я думаю, что здесь они их сумеют настроить на победу, и они захотят пораньше закончить. Как они в сухую. По счету, я не думаю, что по счету сухую выиграют. Все-таки, ну, они выиграют эту игру. В одну шайбу это точно.